Хотел дальние страны посмотреть. Одесса. 4,5 года учился. Потом, когда Украина отделилась, я уже приехал обратно домой. Родители жили в тундре. Обучили уже справляться с этими трудностями. Я первый раз пошел на ночное дежурство 5 лет. Все время ходил от волков. Главное только руки не опускать, да не лениться. И вот все получается. Вернулся, все замужем уже, девушки, тоже ровесницы. Да и как-то не искал. Ну, это я не знаю, так получилось как-то само собой. Печку я попозже поставлю. Как похолодает, тогда поставлю печку. Да и дров меньше надо. Привык уже. Много лет там прошло. Лет 15 так живу. У мамы отец. Он в молодости работал батраком за горами, в Коми СССР. А позже еще как повзрослел он этот, крестил, попом как бы работал. Вот он и дал мне имя при рождении, Серафим. И свое имя еще. У меня Нязма, немецкое имя. Помощник. Я вначале пробовал работу искать, устроился в Белоярскую работу, там 1,5 года. На Оби рыбачил 1 сезон, рыбу ловил. Уксуны там, еще кравали тогда, а сетра. Ну, зимой я еще этим работал, художником-оформителем. Интернат как-то оформлял там. Я ходил в его студию, поэтому я смог потом, когда вырос, ну, оформителем работал некоторое время. Недолго, конечно, 1,5 года. Потом уехал. У меня мать заболела и уехал в тундру.
И он совсем остался тут. Ну, не я первый. У нас и раньше были. И сейчас есть. Так-то мне только 55 лет. У меня напротив, километров 10, дед живет один. Ну, у него жена умерла 4 года назад где-то. Ну, он один. Я повожу зимой, постоянно проверяю, чтобы этот, что-нибудь с ним не случилось. Дрова вожу. Ну, зимой это экстремально холодно, пружит, короче. Часто езжу. И холода доходили уже вот год назад, той зимой. 60 у нас было, и 55 кто. Кисы, да малисы, вот это спасает. Сильную пругу, правда, невозможно уже никуда. Читаю книги, да. Одесса. Город хороший. После 8 класса экзамен сдал, вот как 9-летка нынче. Поступил туда. На судоводительский факультет. Ну, на штурман. Почти 5. Потом 2 года еще я 2 курса в армию еще ушел. Вот оттуда призвался. И сразу вернулся туда же. Надо было на практику идти. И вот. Даже домой не приехал после армии. Когда они отделились, один госэкзамен не сдал. Приехал в тундру домой. Долго не был дома. Потом вертолета долго не было, не на чем уехать было. Пришлось пешком идти, я опоздал все-таки на полмесяца. Пока ехал, пока добирался. А однокурсники сдали экзамен, а мне сказали, что вот для тебя одного уже не будем комиссию собирать. Приедешь на другой год. А потом они вообще отделились. Союз развалился совсем тогда. И так и не поехал больше. Море ходил на практике. Турцию там на УПС. Вот учебные суда-то бывают. Учебно-производственные там. Толпой всей роты. Я ж сам на море вырос. Так. Тут море рядом у меня. Вот. На южном берегу Карского моря, как сказать. Что царская рыба попалась, это голец уже морской. Он не такой большой, конечно. Хорошая рыба. Зеленая спина. С моря пришел. А что, родственникам насолить? А с мои племянники оленеводы подойдут уже.
со дня на день. Он будет своим. Это по куски будет. Вот так. Ой, то руку никто там. Лебедем я жил вот две зимы. Они вообще дружно жили. У нас еще третий был, сейчас он в бригаде. Стадо его увезли. Вот мы пятером идем. Они впереди, я в середине, лебедь сзади за нами. Мы доходим до реки, сетки проверяем, идем обратно. Лебедь только доходит. Берем рыбу обратно к дому домой, и это, и он за нами опять обратно, через полчаса приходит. Сам на озеро ходил, накушается, придет опять домой ночевать на ночь. Ну, нашли там где-то вот на озерах, ну, вон, птенец был маленький, хвоста не было, лиса, видимо, оторвала хвост. Выхожу однажды на улицу, тут какая драка образовалась, лебедь среди трех моих собак, и защищается, да, вот такие боевые искусства показывает. На одной ноге развороты такие. Собаки боятся его, они же не сильные эти, такие агрессивные у меня. Зимовал эту зиму, еще одно лето. Вторую зиму мы этот, летать мы не смогли, конечно. С балка я бросал его, 50 метров улетал так. А на другое лето у нас оленеводы, уже почти летал 50 метров так. Оленеводы проезжали рядом, а тут собака укусила. Здоровенная рыжая собака такая. Крыло подранило, там еще укусы были на теле. И он, наверное, заболел после этого, и эту зиму не пережил. Не пережил. Холодная зима была, 50 градусов, 45. Я его так одеяло укутаю, все равно мерзнет. Непривычный хвост, вот так теплолюбивый, так южный. Это. Жалко, у нас товарищ так и погиб, он замерз. Постоянно работаю, да никак не приходится скучать. Во рту тает аж прямо когда этот, ну, упитанный когда, бузьян, да, этот голец морской, который заходит к нам сюда. Ну, тренируешь. Лекарства, витамины. Тюлени, нерпичи, это, наверное, ну, мы его потребляем как еду, так масло, как обычно. Он, наверное, кашель размягчает, вот, на бронхи хорошо, наверное. Обычно у нас то постоянно вот нерпичи, тюлени этот, масло ест. Обычно мало кашляют, мало болеют. И... Но его надо регулярно кушать. С юга приехал, я так сильно рвался домой. Вот я приехал, где этот, ну, куда рвался, то на том месте и нахожусь в своей части дома. Главное, чтобы на жизнь хватало более-менее так. Так чуть-чуть не достает, конечно. Только сейчас время такое. Зарабатываем как можем только. Что делаем? В том году урожай был, я так 300 литров собрал, брусники. Морожку где-то килограмм, наверное, 50.
Я только одно ведро набрал, один раз ходил. Пока только они зазрели, вот только заморозки были первые немножечко. Самое время его собирать. Эти витамины-то. Брусничку потребляю, почти не кашляю. Да и в этот. Когда много соберешь, так город отправляю. Всем, чтобы тоже лечились. Себя ставил два ведра. До весны хватило. Морс, то все, варенье делаешь. Урожай. Самое время урожай снимать сейчас. Надо искать в сырых местах, где болотный мох есть, там хорошо растет вроде. Ультрафиолет спалил, солнце постоянно, дождей мало. Да. В том году много было тут, сейчас поменьше. Дождей мало было летом. Ну так-то есть, есть можно собрать. В день. Ну за 5 часов ведро можно собрать. Надо сходить на разведку еще некоторые места. Разведать окрестности. На переправе живу, тут у нас речка Байдарета. Вот весной я переправляю, ну, оленеводов, бригады. На ту сторону, на север, это занимает у меня июнь месяц. Ну, почти где-то до 15 июля. Перерыв, и опять начинаю где-то уже 5 августа, где-то обратно они уже идут. И обратно сюда их переплывают по очереди. Сейчас уже 5 бригад перевел в эту сторону. Осталось еще 3 мне переправить сюда. Уже подходит один на той стороне. 20 км где-то. Я щуку иногда улавливаю. Сдаю на факторию. Коммерсантам принимают у нас. Так, оленеводы помогают, вот которым я помогаю на переправе тут. Я как бы добровольно их перевожу, но тут живу, так уже, ну, некому же переводить, я хожу вот поэтому. Я уже постоянно, как тут начал жить, ну, наверное, уже 7-й год перевожу их. Весной-то речка глубокая, коварная, течение сильное. Сейчас эти появились, это молодежь у нас ездит на этих квадроциклах постоянно. А их же надо... По глубокой воде они тонут, их надо подвязывать этим, как, ну, чтобы поплавные вот эти поплавки были. Я научился их как подвязывать правильно, и раз, мы на моторе вытягиваем, они даже не промокают, ничего. Вытягиваем на той стороне, допустим, весной. Тут же заводят и уезжают, сразу хорошо. Работы полно. Весной, когда раскидываем продукты, вот на север, с юга везут. Я и проводниками езжу иногда на север.
дорогу показывает молодым, чтобы не заблудились во время пурги или что-нибудь. Постраховываю их. Тут помогаю, в общем, на переправе. Дальней много у них. Переправляю, чтобы закупорки не было на речке. Только вот этот... В том году я вот сколько лет вожу, этот... Моторка одна сломалась, только сейчас другую опять привез. Приходится на моторке перевозить их на слабеньком, на четверочке. Пост с собой неохота пока бросать. Не могу выйти, потому что кто же потом их переправлять-то будет. Я как бы добровольно, как это, как они называются. Волонтер вот так как бы. К речке подойдут и ждут, что думают, знаешь, что я приеду туда. Смысл жизни дает здорово. Помогаешь кому-то. Цель какая-то появляется для жизни. Это у меня младший брат на море ушел с оленями. Вот им будет новая нарточка. Сейчас скоро они уже придут. Со дня на день. И обратно будут кослать. Время уходит не так уж много. Вот сейчас вот эту полмесяца вот как делаю понемножку. Так, 51-я нарта. По всей тундре у меня мои эти макеты такие ходят. Все-таки нарту пока еще не отменял никто. Она крепкая, вот эта, амортизационная. Ничего другого не придумать для кочевок. Вещь хорошая, вещь. Да. Тут еще один сосед есть, очень агрессивный, правда, он. Ну, сокол он, как его, он, кречет там вроде его называют здесь на севере. 30 лет я его вижу. Вот тут у него гнездо рядышком, сейчас его что-то нету. Наверное, с тенцами, тенцы на крыло стали, наверное, с ними ушел куда-то по кругу, тут рядышком летает. Маленький. На орла похож, только очень маленький. Близко, вот, где глубок, метров 5 могу подойти, не трогает меня. Мы уже давно знаем. Я на моторке по речке проезжаю, махну ему, кря-кря. Узнает, видимо, у него зрение очень хорошее же, далеко видит. Этих куропаток дерет, ужас, что только он ловит их. Хороший охотник он, это вообще. А у нас на речке такого плавника полно, сухие совсем. Сверху приносит по течению. Сейчас я вот недавно на пенсию ушел по старости. На жизнь вполне хватает, нормально нынче. Вот этой формочке у него металл чугунный, металл толстый. И когда варишь, ягода не сгорает. Долго можно томить его вот так на углях. И она более вкуснее получается. Как бы томлю я его сейчас. Так. Это чтобы я сохраняю там витамины в нем. Чтобы витамины не испортились. Зимой я этот, кушаю бульяна, люблю кушать. Ну, сырок там. А летом от горбуши вот хорошо идет к осени, правда. Вот в это время. То есть жарю его. Жарить вообще отлично подходит. Варить можно его. Или солить хорошо.
все рыбы полезные так тонут. Если их хорошо сделают. Никогда я не хотел быть уединенным. Наверное, сейчас получилось так, что я одиночество, наверное, так скажу. Если бы я успел, когда вот Союз развалился, я бы успел госэкзамен последний сдать по навигации. Один экзамен только остался. Я бы постарался бы на север уехать, на севере работать, ближе к своему климату. Выучился бы. После первого курса приехал в Белоярск, сказали, что мать у меня умерла. Прилетел в одно место, а там дальше надо было пешком идти, километр 30 пешком шел к морю. Захожу в Чума, смотрю, мать жива. Оказывается, имена, фамилии перепутали с другими. Да. Она, смотрю, стол накрывает. Это был счастливый момент, да, от жизни. Я же этот чуть не обморок не упал. Да, радио не ловит, спутник далеко от того. Я вспоминаю обычно своего деда, своего первого учителя. Он всегда советовал, что надо удерживать все это постоянно. Сказки рассказывал вечно, как все это. Но с его школы. Они же в то время ни машин, ничего не было, ни снегоходов. Даже на оленях все успевали. А это было, я думаю, что намного труднее. Даже куда-то выехать надо, 2-3 дня ехать, возвращаться еще надо. Мечта. Я думаю, что успею еще в море сходить как-нибудь попозже, когда времена хорошие наступят, яхту куплю. Ведь я там еще не был на островах. Вайгач там такое вот это. Так и тянет немножко иногда.